Сегодня у нас 28 декабря 2019 года. Поймал вот такую вот щуку. Она у нас была вторая сегодня. Вот. Взялась хорошо за губу. Взял вот налима. Он, короче, самый первый попался. Ну, кило с лишним маленечко будет, там кило 200 может. Щука тоже где-нибудь кило 800. Вот этот взял со вторым налим. Из налима второй, ну, по сути, третья рыбина. Я уже даже и не надеялся, что сегодня попадется еще рыба в виде налима или щуки. Ну а вот этот самый крайний, друзья, взял третий налим. Сегодня, можно сказать, стандарт идет, мелочь. Вот два одинаковых совершенно налима по весу должны быть. Вот этот поздоровее, конечно, будет сегодня. Ну, как сказать-то, рыбалка что надо нам. Сегодня повезло, поймали вот рыбку. Вот такую вот. О, сегодня погода у нас холодная. Да, как-то без особого желания шел проверять. Морозик. Еще петли зашел, проверил. Короче, на зайца поставил. Вот у меня стоит 8 петель. И к 8, из 8, короче, к 3 заяц подбегал, через 2 перепрыгнул. А возле одной развернулся, ушел. Вот. Не знаю, попадется мальчик или нет. Надеюсь, что попадется. Ну как-то так, ребятулечки. Фух. Сегодня старался сильно буром не крутить интенсивно. Так. Вот так вот крутил, чтобы не потеть. Когда распотеешься, потом холодно становится. И давай, товарищ, короче, колей. Заколевай давай. В ровную позицию вставай, вот в такую. Как вот эти друзья наши. Налимчик. Братцы. А, для тебя надо вот так. Глушануть и все эти. Вот так все равно. И все. И ты околеешь, друг. Я думаю, что тебе заколели. Это не глушенный просто налим, друзья. Пускай уже умирает. Рады, конечно, сегодняшнему результату. Игорь, тебе привет передаю. Ты давай, короче, со своей палаткой не ленись. Лови иди живков. Я тебе что скажу, ерши не самое главное. Вот я сегодня убедился. Вот сколько стоит. Сегодня даже сбоев мало было. Ну, видать, щука не бьет ерша. А вот как чебак стоял, так сбоев у меня было, наверное, штук 8. Не было живков. Я проверял тот раз, вот я еще не показывал видео вам. Вот. И так что на чебака будет намного лучше. И налим идет. У меня крупный налим на чебака попадался. И будет идти щука. Вот. Ну как-то так. Так что ты не отчаивайся, давай. Молодой рыбак, я знаю. Видел, как ты рыбачишь. Вот. Так что давай. Старательно, усердно. Возьмись за желание рыбачить. И будешь вот так вот ловить. Я, друзья, нынче вообще первый год занимаюсь вот так вот подледным ловом. А, на жерлицы, вот на такие вот, на поставушки. Налимчиком. Но это получается у меня уже 8 налимов поймано. Вот. И 3 щуки взято. Одна, правда, на жерлицу была. Но это ничего страшного, пускай как на поставушку будет считаться. В этих же краях, все в этом же месте, как бы, где на жерлицу было, я показывал вам. Вот. 3-8. Конечно, друзья, я бы хотел еще на зимнюю удочку сгонять. Чебачков половить. Классные поклевки. Чтобы были прям хорошо потаскать, прям душу отвести. И на карася бы хотел съездить. Но меня еще никто не везет на карася. Карась, говорят, хорошо ловится. Мужики ездят, по полмешка налавливают, а кто и больше на удочку. Вот. Да, друзья, сегодня достойный результат. Смотрите, 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 ребятишки. Надеюсь, вам всем понравится вот эта вот моя сегодняшняя результативная. Это не все эти, друзья. Это не все эти.
это своим трудом добытая рыба. Ну, конечно же, сети — это тоже труд. Если бы я сейчас здесь сетей поставил 300-400 метров, я бы больше, конечно же, рыбы поймал. Но это совершенно другие интересы. Это было бы на большое количество рассчитано. А у меня идет чисто спортивный интерес поймать трофейного кого-нибудь. Или щуку, или гнолима. Вот. Что вам скажу? Туман в полынье маленечко осел. Стал более слабже подниматься. Видать, мороз уходит. Но передают до 18-16 градусов. Извините, что я так делаю. Чай сладкий, слюни липкие становятся. Вот. Ну как-то так, ребятки. Хорошие налимы, блин, прямо это. Околел, видите, с плавниками, как летит. Щука тоже у нас вот такая. Размер щуки достойный, друзья. Желаю вам того же, друзья. Ну, вот сейчас положу вот так. Пучка налимчика. Около 3 килограмм налимятина сегодня, и щука. Около 2 килограмм щучина. Нет, ну не около 2, если вот смотреть по налимам. Ну да, хотя здесь вот будет 3 килограмма верных. 3 килограмма верных — это налимы. И щука будет примерно кило, ну может быть 700, вот так. Ой. Чай уже остывает махом прямо. Ладно, ставьте лайк. Всем пока. Удачи.